пожаре в Измаильском районе погибли сразу 3 человека, мать и ее дети. Спасатели не исключают, трагедия связана с верными отключениями света. После одного из них в сеть дали высокое напряжение, поэтому в доме загорелся телевизор. Будут ли энергетики отвечать за гибель людей, пока непонятно. Вы не извините, но никто не ответит за это. Кому дело до нас? Правительство, это то, что показывает, что они дерутся там в парламенте. Жители Озерного оплакивают погибших на пожаре. Это молодая мать и ее дочери. Старшей было 10, младшая в этом году пошла в первый класс. Ей было 7 лет. Семья хорошая, муж таксист работает. Она месяц как устроилась на работу, на контейнере в городе работает. Тела своих дочерей и жены хозяин нашел дома. Погибшие лежали у двери. В густом дыму они не смогли выбраться наружу. Она с голыми вот так лежала. Большая стояла на колено, то вот так. Что ты думаешь, это легко? Боже мой. Карабкались, как могли, но не дошли. Сам мужчина сейчас в глубоком шоке. Родные боятся, он не переживет утрату. Он совсем давали этот таблетки, что? С ложкой. Кормит его с ложкой. Как сообщают спасатели, в доме горел только телевизор. Огня почти не было, людей убил угарный газ. Ймовірно, під час вимкнення та вимкнення електромережі здійснилось коротке замкнення електропроводки телевізора. Виникло тління виробу телевізору з розповсюдженням отруйного чадного газу. Пожар начался после очередного отключения электричества. Свет в Озерном гаснет по несколько раз в день. Причем не только по расписанию, жалуются сельчане. В 10, 12, 6, 8, 10 мы больше без света, чем с светом. Иногда выключают и без расписаний. Даже ночью бывает так, что выключают, мы даже не можем заметить. Когда свет включают, напряжение в сети зачастую больше, чем 220. Из-за этого регулярно портится техника, уверяют люди. Но после трагедии они боятся уже не за приборы, а за свои жизни. И холодильник, и морозильки, и телевизор сгорел, и все. Бардак вообще, бардак. Не только со светом, а вообще. Очень боюсь, потому что у меня много детей. И очень боюсь. Родные погибших на пожаре убеждены, их близкие мертвы именно из-за веерного отключения. Да, конечно, свет. Конечно. Света не было. Да, свет не было. 8 выключает, а 10 включает. От чего? Ну, телевизор, чтобы бахнул. От чего? От света, конечно. Большой свет, и там недалеко. Что было истинной причиной пожара, разбираются эксперты. А пока спасатели просят выключать приборы из сети на время отключений. Анастасия Симонова, Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.